Всем привет. Пробую сегодня в очередной раз пройти миссию реконструкции Византии. Битва при Пелагонии. 16 ходов наших. Первый раз миссия. Вот это попытка моя не первая. Поставив этого генерала сюда, можно уверенно сказать, что его убьют. Но, тем не менее, я поставил его туда, ибо он не такой уж и важный. Самых трудных миссий с подвохом. Я не знаю, может и на английском что-то написано, что облегчает нам эту миссию. Я не читал, не пытался перевести. Так. Вот сюда генерала поставить. Нам нужно вышибить городскую крепость, в котором спрятался вражеский юнит. Нужно бить его, догонять, отбирать под ним город, не жалея ни сил, ни времени. Это нам очень пригодится отряд со своей разбивалкой городов. Сейчас потому что побежит уже. На минимум. Точнее, разбито полностью. Не буду создавать. Союзник вот откуда-то появился. А, и вот он. После того, как он убежал с этих городов, эти ребята перешли на нашу сторону. Очередной раз. Конечно, ошибка, что я сюда вошел. Пристрелит моего генеральчика из луков.
конечно, поторопился. Ничего, будем надеяться, прорвемся. Так. Надо бы сюда прикрыться. Так, они как-то не сильно нашел генерала. Берем лучников. Чтобы не убить Альфреда. Он нам очень даже пригодится. Наверное, сбежит оттуда. Это чисто оборона южных наших границ. Убежал трус. Чтобы союзники вошли в город, так как они 100% не удержат. Не удержат. Пошел отсюда. Так. Пошли оборонять город.